Всем доброе утро! Вы на канале Оскар ТВ. И сегодня мы с мамой придумали одну историю про ветеринара. Ух ты, интересно, давайте послушаем. Да! В маленьком городе жила ветеринар Даша. И у нее есть большой дом и две машины. С вагоном. Чем занимается Даша? Ветеринар лечит животных. Всех животных она лечит? Да. То есть все животные к ней обращаются, да? Угу. Но самое главное, у Даши есть животные. Ребята, давайте посмотрим, какие у меня животные есть. Ура, давай, покажи нам, Даша. Это Рюшка. Как ее зовут? Пуговка. Ой, какое интересное имя. Она любит прыскаться в лужах грязных. Грязь она любит? Да. Она очень-очень хорошая. Зашибала, да? Угу. А вот это овечка. И овечку зовут Мэри. Ой, какая хорошенькая. А что овечка дает? Чем она полезна? Она дает шерсть, чтобы что-то делать. Чтобы одеяться шерсть. Какая она хорошенькая, такая миленькая. А что она кушает? Сено. А как она говорит? Вот видите, ребята, как овечка любит свою хозяйку Дашу. Это лошадка. Как ее зовут? Белла. Она грузовая. Как говорит лошадка? Иго-го, иго-го, иго-го. Даша, а кто это еще за животное? Это коровка. Как зовут коровку? Зорька. А что она умеет делать? Она дает молоко. А из молока? Мы делаем сливки, сметану, масло. Масло. А еще, наверное, йогурты. Да. Какие красивые, Даша, у тебя животные живут на твоей ферме. Ты обо всех заботишься? Да. Скоро зима, нужно запасаться за сеном. Нужно сесть и аккуратненько выехать. Из гаража, да? Да. Хорошо. Осторожно, осторожно. Не задави своих любимых животных. Даша, а как ты повезешь сено? У тебя же нет прицепа. Прицеп у меня есть. Нужно, наверное, прикрепить к машине. Да. Прицепили, да? Угу. Ну что, Даша, счастливой в дороге тебе. Возвращайся. Да. С прицепом полной сена, потому что животные иначе будут голодать. Угу. Пока. Пока. Покупаем это сено. Кажется, не помещается. Едем домой. Thank you.
Иго-го, иго-го. Му, му, му. Бе, бе, бе. Ну вот, теперь животные мои будут сытыми. Здорово, Даша, какая ты умничка. Ты правда о них заботишься? И на следующий день она поедет покупать курочек. Покажи, как это было. Даша, доктор, ветеринар, живет на втором этаже. Да. Там ее кабинет, ее спальня. Да. Дом двухэтажный и есть лифт. Вот на лифте Даша спустилась на первый этаж. Но для того, чтобы купить курочек, нужна машина. Правильно. И вот мы приехали к месту, где продают курочек молодых. Да, ой, какие чудесные курочки. И правда, Даша. Давай мы их купим. Да. Сколько мы купим? Давайте 3. Может быть, возьмем 2 курочки и петушка? Это чтобы... получается 3. Правильно, давай купим. И петушка обязательно купить надо. Кукареку! Ну что, Даша, хорошая у тебя покупка сегодня. Будет больше животных. Едем домой. Ура! Доктор Даша вернулась. Да. А с чем вернулась? С курочками. Рыбные животные собрались, чтобы посмотреть, чтобы же Даша, хозяйка, привезла. Ну, Даша, показывай нам, пожалуйста, что же ты привезла в грузовике. Курочки и петушочки. Какие они хорошенькие. Ой, какие они красивые. Все такие разные. Ко-ко-ко-ко-ко. И остальные животные очень обрадовались, что у Даши появились еще друзья. Правда? А курочки и петушочек принялись клевать зернышки, которые Даша разбросала по земле. Бе, бе. Так, машину поставили в гараж. Да. Ребят, вам нравится у меня на ферме? Конечно, Даша, очень здорово. Ты такая умничка, ты такая добрая. Я буду теперь рассказывать истории фермы. Подписывайтесь на канал Оскар ТВ. И ставьте лайки. Пока-пока. А еще посмотрите видео, в котором строится мой домик. Дом ветеринара. Пока-пока. Пока-пока.